Друзья мои, мы в Харбалях. Приключения начинаются. Ни одной поклевки. Вода очень грязная. Может, он уже и в кусты ушел. Может, перебаливает. Не знаю, что делать. Все уставшие. А кто звонил? Серега, да? Он в Волгограде звонил? Да. Наших половин еще в дороге. Кто-то уже здесь. Пока никого не будем будить. Сядем, пока перекусим. И байки. Андрюня кашеварит. Так, а где стопочки наши? Пока у нас бардака нету. Вот такой у нас номер. Ну. Просторный. Это первый этаж.
Там на второй этаж вход на спальне. Здесь у нас вот такая уборная. Так. Ну, а это кухня. Друзья, первый выход, вечерний выход, первый на воду. Будем пробовать сейчас. Часика два у нас есть. Не знаю, что получится, но посмотрим. Пока начнем с высоковольтки. Будем надеяться, что фортанет. Погнали. Метров на 30 попробуем. Один? Уже взяли вроде бы. Так, Серега на дорожку раньше вышел, уже одного взял. Не на дне. Удобно сесть, нормально? Да. Не привычно. Почему? Ну, ощущение. Отвык. Взял? Наверное, да. Ну так есть или нет? Ну, по крайней мере, что-то есть. Да, мелкий какой-то. Не знаю, не могу вообще даже. Да, значит, мел. Сюда вытаскивай. Слабину даешь. Так, белый работает с синим. Пассатиж у тебя там. Вот, куча пассатиж здесь. Прикладывай. 40.
Нет, он не 40, он 38. Отпускай его нафиг. Отпускай его. Вообще отпускай? Да, отпускай. Вот тихо. Отпускай, давай быстрее, все, уделал уже, блин. Лёха решил меня обловить. 38. А? Ну пока выпустили, сейчас посмотрим, что дальше будет. На форельку, на синюю. Винтом идет, мелочь. Мой? Ну, наверное, может, чуть поменьше даже. Так, мелочь, пока мелочь. Да, что-то вроде бы обманчиво, конечно, может быть, но вроде крупнее. Ну, не намного. Идет наверх. Фигушничек, блин. Он проходной, походу. Сантиметров 38-40. Нет, не нужно. Семь с натяжкой. Ладно, значит, поймаем, Сив. Да ничего не говорю. Так, ну судак поклевывает, но мелкий. 37-38 сантиметров. Даже и есть особи поменьше. Пока отпускаем. Пробуем. Первый вечер. Да, наверное, подстрахуй. Ну, это не трофей, но... Давай, пускай. Все, спиннинг клади. По крайней мере, он винтом не идет. Поводок. Нет. Ну, проходной, наверное. Ты, блин, он такой же, наверное. Тот же. Бля, винтом не шел, смотри. Не, ну это уже 38. Сколько? 38. Давай на жареху, может, возьмем. Не, Сев, наверное, 37 он, блин. 38 с натяжкой, блин. Давай отпускаем нафиг. Так, ну что, друзья, первый вечер прошел у нас такой, как бы, разведкой. Разведка показала, что крупного пока ничего нету. Вот, поймали мы, наверное, штук 7 таких особей, где-то от 35 до 38, там максимум 39 сантиметров. Вот, всех пока за борт. Вот, сегодня будем есть мясо, поэтому рыба нам такая не нужна. Все, а завтра увидимся. Thank you.
Страхуйся. Первым проходным судачком. Сейчас погодь, да, я его положу. Так, ну что, первое утро. 2 часа плавали в холостую, если не больше. Сейчас поймали, короче, первого судачка. Там больше 40 сантиметров. Очень-очень печально пока. Непонятно, с чем связано. Вчера вечером игру очень хорошо клевало, но мелочь была. А сегодня прям что-то даже мелочи нет. Попробуем. Сейчас нашли вот вроде местечко. 5 с лишним. Ну, от 5 до 6 с лишним метров. Попробуем здесь походить. Так, еще один. Встал на лыжи и наверх. Это дрыщ. Дрыщара местный. Да, я его, блин, купил, потерял, блин, не знал, где он лежит у меня, блин. Да. Сколько он у меня? 2 года я его не мог найти в коробках своих. Так, вот такое чистое серебро выручает. Просто чистый. Так, еще один, но не крупный опять. А, ну проходной вроде бы. На еду пойдет. Отпускай туда, не надо, отпускай. Вот это уже, блин, 42. Пойдет. Вот такой цвет. Прям реально радовать стал. Сел, тоже ставит вроде бы такой, вот, не помню какого. То 114, не помню. Всегда работал. Вот по какой-то причине не хочет. Вообще сегодня очень капризно утром. Очень капризно. Не знаю, сейчас я вот сел вот туда, вот этот цвет. А сам попробую уголек поставить. Я верю всегда в уголька. Один из самых моих любимых цветов.
сейчас проверю. На, попробуй, поставь его. Думаешь, будет? Ну, я хочу проверить просто теорию. Этот вот всегда работал. Да, вот этот 114, не помню, как он называется. Битые стекла. Так, я поставлю уголька с красным тройничочком. Сейчас посмотрим. Есть. Есть? Да. Вот только сейчас поклевывать стало, но не крупные такие все. О, почином. Как у вас-то? Никак, по нуля, мы прошлись несколько раз туда-обратно, где цена. Я пойдем вниз. Ладно, вниз, давайте. Так, второй дрыщ. Так, посмотрим дальше, что будет. Нашептал я все-таки. Нашептал. Ну, пошел. Да, Андрюх. Блин, поклевывать начало, не знаю, или цвет подобрали. Ну, короче, чистое серебро, такое прям хром вообще, оригинал. Ну, не знаю, у вас есть такой, нет, Андрюхи точно нету. У меня такой один всего. Вот. Но сейчас вот одного взял, то есть троих взял на чистое серебро, у Сева тишина была. Сейчас опять вот у меня клюнул, поставил уголек, на уголька клюнул, на уголек с красным тройником. Два дрыща, два нормальных, такие 42-45 сантиметров. У всех. Сейчас Серега мимо проехал, борода. Второй Серега проехал, борода. Мы между островами ходим. Вот, ну, сейчас вот вроде бы это. По чуть-чуть. Двоих вот забрали, я говорю, там 42-45 они. Ну, такие уже, по крайней мере, не 38, блядь. Вот. И вот двоих отпустили. Ну, вообще ничего не было. Сейчас, говорю, более-менее, не знаю, или место нашли, или воблер подобрали. Не знаю, сейчас смог, сейчас схожу. Давай. Ноль. Так, еще один на серебро. Так, это уже вроде пожирнее. А, нет, не жирнее. Ничего, он не жирнее. Блин, зацепилось за перчатку. Так, этот непроходной. Этот у нас непроходной. Этот у нас дрыщара. 35. Нормальный прозрак. Метр где-то, наверное, видно. Вода довольно-таки пока чистая. Так, пока мелочь. Мелочь. Где же двушечки, где же трешечки, где же наши пятачки? Есть еще один. Серебро вообще просто рулит, блин.
Этот съедобный. Да, вот этот проходной. Серебро. Чистое серебро. Чисто серебро. За что-то, наверное, наказан все вот. Ну, не знаю, где-то ты нагрешил, блядь. Нет здесь бровки. Нет бровки, да? Ну, здесь, да, как бы. Бровки там, береговые тут. Да, Серег, здорово. Да, я здесь, на воде. Слушай, нормально, все поклевывает, но капризно поклевывает. Говорили, 2 дня назад хорошо клевало. Сейчас вот мы приехали, ну, как бы немножко похуже. Такой крупных нету, но такие вот там 35, 38, 45 сантиметров. Короче, до 50 сантиметров такие, до 45 там. Опа. Ну, килошники, короче, такие, килограммовые. Вот, ну, пока да. Погода пока отличная, но говорят, что там что-то какая-то испортится. Я не знаю, там мы не смотрели, здесь интернет что-то фигово ловит. Видно, и свого там это глушит здесь, Астраханская область. Вон. Ну, говорят, подпортится, бог его знает. Хотелось бы как. А сейчас вообще отлично. Просто вообще солнце, блин, трындец вообще. Просто, ну, 2 дня пока хорошо. Давай, звони, потому что. Говорят, что это паводок будет. То есть, если вода попрет вообще просто жопа, только на поплавок будет останется сидеть. Поэтому пока вот вода потихоньку прибывает, но не сильно. Но говорят, что ГЭС будет сбрасывать там очень сильно. Посмотрим. Да, да, поэтому как бы мы тоже вот очкуем, как бы. Но пока вроде бы ничего, пока вроде нормально все. Поэтому ты звони, вот, в случае чего прыгните и приедете. Так, у нас заработал белый. Под конец рыбалки уже утренней. Супер дрыщ, наверное. Это что-то побольше. Да. Время, есть такое, время первое, это время дрыщей. Поехали сейчас туда, там проедем у нас. Там у нас пройдем. Так, кого-то я взял. Если честно, даже не ожидал я здесь. Трепыхается, как щука. Прям за хвостик. Угу. Да. 37.
Вы задолбали меня уже, блин. Я вас уже отпустил тут столько, блин. Я вас съем вас. Ясно? Последний день отпускать буду. Трындец вообще. Где крупняк, непонятно. Мелочь! Чего говоришь? Не понял. Цвета хром, белый и морковка. Сегодня хорошо хром работает. Ну вот где-то, наверное, штук 15 поймали, а забрали только троих. Я молюсь, чтобы ты ничего не поймал. Ну вот, чтобы мы поехали домой. Зато поехали. Потому что я сгорел на солнце. Чудесная погода, мы находимся в Астраханской области, база Углянская. У меня куча друзей. Это просто праздник, а не стол. Вот. Весна 23-го года, весенний Диверклаб. Надеюсь, он будет проходить каждый год, что людей будет все больше и больше. Я, правда, вот уже даже не знаю. В следующий раз, наверное, надо просто на улице какую-то свадьбу организовывать. Итак, сейчас у нас будет розыгрыш проходить. Розыгрыш призов. Призы есть очень интересные. Ну а дальше, короче, сейчас сами все увидите. Короче, тут люди катушку требуют, пока катушки нет. Да. Друзья, первый разыгрывается спиннинг компании «Акума». Это, кстати, тестовый вариант, это пресерийник, который, это фартовая вещь, это, по сути, раритет. Вот. Итак, отворачивайся. Сейчас, говори. Давай. Вот так, задом. Все, взял, давай, читай. Задом. Это якорь, да? Молочков. Даже не знаю, какой тест, они разные. Так, ну все, крабы. Вся рыба моя. Можете не приезжать. Вот, народу на самом деле пришло немножко поменьше, поэтому, наверное, разыграем сразу такие как бы вот вещи, которые, ну, такие значимые, в моем понятии, по крайней мере. Еще одна палочка компании «Акума». Кстати, не знаю, там какая у тебя попалась. Здесь, короче, 2,59 с тестом 10-30 грамм. Да, вот. Опять же, из этой оперы. Так, погнали. Давайте. Андрей, ты там с пальцами-то работай. Свое. Курносов АЕ. Да, ты.
Самое дорогое. Так, береги. Да, спасибо. Помни нас. Вот, приезжай в следующий раз. И, короче, конечно. Добра. Еще раз давай. Спасибо. Давай. Спасибо, ребят. Так, теперь, короче, разбая. Теперь еще интересный приз. Это, на самом деле, это, конечно, супер приз, когда камни летели в меня, когда я снимал видео про данные сумочки, камни летели в меня конкретно. Да. Это самые дорогие ПВХ сумки в России. Да. А может еще раз? Куда? А, твою фамилию, да? А, ну извините уже, подождите. Итак. Ее уже сожгли. Давай, погнали. Мне приятно, что, спасибо. Оу, блин, ни хрена себе. Это знакомая фамилия. Да, блин, трындец. Алюминий, давай сюда. Шустров. Вот он, скажи. Давайте, ну. А ты фанты не отдаешь, что ли? Полные сумки, что бывает. Так. Завтра с пустой сумкой. Спасибо. Завтра с пустой сумкой приходишь, а снимаем сумку. Еще раз разыгрываю. Поздравляю. Сумку возьмите, Андрей Анатольевич. Так, блесна Рапова. Блесна Рапова. Блесна Рапова. Сумма с фантов осталось, кстати. Так, вот это. Так, это блесна Рапова. Науа, по-моему, называется. Тоже дорогая, кстати, на самом деле стоит рубль, по-моему, с лишним, с ней память. Слушай, в прошлом году, да. Так, кто у нас? Черников. Да, правильно, Черников АС. Дружище, давай. Попробуем. Ну, немножко опять уменьшим, теперь, наверное, тренингисты порадуются. Сколько у нас еще фантов там? Что хватает, короче. Так, ну, бандос фиолетовый. Цвет... А, бандос от Герман, цвет 32. Он достал два. Пушка от бандоса. Что у нас там? Курносов. Аю. 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 Давай, давай, давай. Держи, Паш. Будет твою. Конечно, не сумка, но... Блин, ну у меня такие есть два. Ну, слушай, ну, это же тут как бы... Лотерея, честно. Так. От души, от души. Огонь. Я думаю, что пятачок минимум поймаешь. Да? Да. Фартовая тема. Так, следующий приз у нас бандос уголек. Да. Цвет 252. Что выиграли? Погнали. Овчинин. А, ты, да, кстати, там не, Овчинин еще и Егор. Я же угольки собираю. У тебя уже скотч. Коллекционируешь, что ли? Да, потихонечку. Давай, 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 давай. Чтобы пятерочка минимум. Палочка, оставим напоследок, а то сейчас все скажут, а, все хорошо закончилось, и ничего дальше. Короче, шапочка, да? Ребятушки, просто как бы я не могу столько, как бы все, да? Я бы все палочки бы и катушечки бы здесь выдал, друзья мои. Но, к сожалению. Так. Шапка, да. Шапка от Акумы. Кстати, офигенная шапка. Кстати, точно такая же, точно. А, раполовская, точно такая же шапка, только под раполовским брендом. Такого же качества, я вам отвечаю. У Петерцова. Так, погнали. Только у него Рапова, не Акума. Итак. Корнев Александр. Зимой тебе теплее будет. Дружище, дружище, держи краба, сейчас подожди, так сейчас. Конечно, прямо сегодня. Еще одна блесна от Раполы, называется Калан, по-моему, если я тут что-то англичанин, конечно, блин. Тоже дорогущая блесна, интересная тема. Рыба. Итак, погнали. Что-то все? Развязался. Егорка. Егор, да. Балакин Егор. Егор А. Оскорбляю. Да? Извините, я поэтому говорю, пишите, все подумают правильно. Итак. О, палочка еще одна от Акума. Так, они у нас... Так, это у нас 15-45. Ну, вот это уже джиг, да. Размеры 2,59. Перов!
Перов вытаскивает свою фамилию. Это же надо такое. Скажи, потом выведите. Андрюш, поздравляю, ты, ну, пригодится. Спасибо. Тебе. Ты любитель тоже, в принципе, покидать, половить. Спасибо. Вот. Поэтому я думаю, что будет полезно. Так, друзья, короче, осталось три фанта, назовем это, да? Три у нас было этих, значит, фамилии. Сейчас немножко усилим, чтобы как бы, а то вроде бы такие самые дорогие призы как бы уже ушли. И мы сейчас усилим легкую такую вот, скажем, приманочки. Сейчас что-нибудь наберем. Так. Так, значит, следующий у нас приз будет плетенка 150 метров в размере 150-0,14. Блесна от Рапулы. Значит, это не зацепляйка по щуке. Интересная тема. Ну и кепка от Акумы. Тянем. Все, уже хозяин пошел. На, Борицкий. Господи, сразу тебя не узнал. Так, держи здесь, короче, эти, так вот в кучку, да. Давай, все. Спасибо. Лови больше. Следующий. Мы здесь кладем треллинговый воблер. Ну, треллинговый, кастинговый. Это у нас Гудзо. Вот такого цвета. Ну, джиг-приманочка и кепочка. Давай, погнали. Два фанта осталось. Да? Гурнов. Фила. Держи, держи. Вручаем. Вот. Спасибо за поддержку. Кстати, вот это получается у нас один из первых, да, подписчиков. Да? Поддерживает постоянно. Спасибо. Так, ну, короче, последний. Последнему, допустим, давайте еще Колику последний. Кто у нас последний остался? А давай посмотрим последний. Я просто... Нет, кому еще? Серёне, да? Ладно, последний ты мой, ты долго терпел. Так, ну, Серёня, Коронян, да? Все, так, ты, да. Тебе, короче, достается у нас джиговая приманочка. Вип. Интересно, кстати, да. А может, от Германа. Там пол, да? Кепочка Акума. Спасибо. Давай. Кепочку. Вот. И у нас еще есть наклейки. Наклейки сделал у нас Сергей Овчинин. Помог. Просто сейчас я вам покажу. Очень красиво. Ну и, короче, есть наклейки такие веселые от разных брендов, в том числе от Акумы, там, от кого у нас там, от Рапулы, от разных брендов, короче. Это будут такие маленькие-маленькие презентики. Так, ребятушки, короче, вот такие наклейки. Если надо, да, куда-то, допустим, на память там, что там. Давай, наклеим. Они греют или что? Илюх, оставь. Они... Рыбу присмотри. Кому надо, берите. Илюх, я пошел. Вот мне надо. Костяну? Сейчас пойду наклею. А Костяну скажи, все, призы закончились. Надо меньше спать, да. Илюх, так. Откинешь одну. Так, ну и вот такие маленькие наклейки, может быть, кому-то там, не знаю, тоже пригодятся, опять же, допустим, куда-то наклеить, может быть, детишкам. Короче, ребят, тоже берите, выбирайте, да. Надо обмыть. Егор, бери наклейки. А это самое, переводилки? Это просто наклейки. Илюха, завтра, блин. Мне не везет в этом так, что просто беда. Вот, наконец, вчера вечером встретил я девушку. Там, где тревожно стучат, шумят поезда. Плетенные на глаза. Небо бестонного си, в улыбке весна. Стройная, милая, очень красивая девушка. Может быть, где-то рядом она. В свой вагон вошла она, улыбнулась и за.
меняются, люди влюбляются, женятся. Мне не везет в этом так, что просто беда. Давай, братуха, не жалей денег. Пойдем помянем-ка твою лошадь. Извозчик, отвези меня, родной. Я, как ветерок, всегда был вольным. И пусть стучат копыта дробью по мостовой. Но чур не бить коня, им уже больно. Ну что, друзья, очередное утро. Это у нас по счету уже, получается, третье. Вчера был Дивер Клаб, немного мы, как говорится, отдохнули после него, да и ветер, в окно посмотрели, проснулись, деревья очень сильно, как говорится, барабанили по крыше дома, думали, здесь вообще Марьяна, но кое-где можно спрятаться, то есть кое-где можно половить. Сейчас вышли, 8 часов, попробуем что-то поймать. Те, кто с утра были, особо как бы похвастаться, люди с воды вернулись, кто рано ходил. Говорит, волна в определенных местах была, и сильно похвастаться нечем. То есть люди вроде бы как сильно не отловились. Попробуем, короче, сейчас. Что получится, посмотрим. Так, сел, поставил форельку, 110-й цвет, белый с синим, рыжий фузика. Я ставлю хром. Хром отбомбился вообще вот в предыдущие дни отлично. Так, пройдем сейчас ближе к коряшкам. Поставлю я хром, мне жалко, он у меня один. Попробую уголек. Так, что-то повисло. Без удара. Я думаю, мелочь какая-то. Ветер просто трэш. Да, мелочь, совсем мелочь. Он, по-моему, даже побагрился. Так, все. Илюша отсюда уезжает. А
шестую, а, Егору. Что, останется на завтра? Супер, супер, супер. Серёга. А эту вкусно, офигенно. Много не мажь, мало не понравится. Она просто такая хорошая. Если острая, то это хорошо. Острая. Ну, уже любишь. Острая, но она томатная еще. Острая. Остро-сладкая получается. А смысл? 100 грамм. Сейчас течение сильнее, чем обычно? Конечно. Чем больше... Ну, вообще, да, по объему. Сейчас же каждый день объем... Сегодня еще больше течение. 20... Я вышел, блин, на сегодня. Сегодня газку даешь, елки-палки, а скорость не набираешь нифига. С 22 по 26. Еще ветерочек самый... как раз в сторону течения давит. Да. Самый объемный сброс. Играет, как мормышка. После 26 числа и пойдет на спад. Ждите спада. Нет, там не на спад, а просто держать уровень будет. Да? С 22 по 26 дают 26 тысяч плюс 500. Это максимальный сброс вот эти 4 дня. А сейчас типа, с 26 уже уменьшать ничего. Сейчас, ну... Так, короче, ветрище. Пытаемся сейчас скрыться в Карабалыке в надежде на то, что как бы здесь и потише, и, ну, и рыба, может быть, здесь сейчас ловиться будет. Будем надеяться, что мусора не будет. Река узкая. Ну, попробуем, короче. Трындец. Плывем как по помойке, блин. И рыбы нет. Самое главное. Здесь нереально ловить. Здесь нереально ловить. Да, Хараболок нас обломал. Есть еще один там вариант попробовать прямо перед самым выездом. В такой помойке нереально. И помойка, и... Кто-то. Ни с чем ты не смирился бы, ты просто не смог бы ловить. Я смирился бы с тем, что... Короче, блин, совсем малыша, блин, маленького, блин. Надо сейчас его аккуратно снять и отпустить. Вот где трофей, непонятно, блин. Ну, судак стоит, он есть. Что происходит, непонятно. Не, Сев, неправильно, берешь и выскользнет, блин.
аккуратно. Давай, давай, отпускай. Ну-ка. Вот это. Надо было так. Ощущение было, как будто ты тину на бубер, да? Намотал. Тину. Серега, здорово. Здорово. Как у тебя рыбалка? Ну как? Трудовая? Трудовая, да. Да. Апрель вообще неудачный, да? Ну, что сделаешь? Не мы же воду спускаем. Попали. На неделю раньше приехали, чем в прошлом году. И влетели, да. И вот такое вот течение. С такой скоростью я несусь по просторам Ахтубы. Просто трешняк. Вода прет. Очередной день пролета. Походу лучше, наверное, уже не будет. Это, наверное, самая худшая поездка за мою историю. Сегодня, правда, последний день такой пасмурный и ветреный. Потом вроде бы все должно улучшиться. Может быть, в принципе, клев еще и будет. Хотя я уже не уверен. В принципе, еще шанс есть. Наверное, можно. Вода, правда, очень мутная, сильное течение. Ну, грязи как бы так терпимо в определенных местах. Где-то ее прям очень много, а где-то терпимо. Вот. Старались словить под вытеками, где-то у заливов, у затонов. Он крутит меня как бы здесь. Ямка 10 метров и закручивает. Вот. 2 дня ветер. Вчера весь день дождь с ветром. Сегодня вроде без дождя, но ветер. И похолодало. Похолодало прям реально очень сильно. Сел, вот купил костюм дорогущий. Граф. На плюс 6 там или на сколько. Я ему говорю, бери валенки. А это кроссовки, блин. А он просто, короче, от дождя и от ветра. Без всякого утепления. И не помогает. Флис не спасает. Мерзнет. Вот так похолодало. Руки мерзнут. Как осенью. Как в ноябре, наверное. Вот так вот. Ладно, попробую сейчас здесь пройти. Здесь вроде бы за островом. Сейчас вода поднялась. Здесь, как раз, наверное, должно быть метров 6-5. Раньше было 2,5 метра. Вот. Сейчас попробую здесь. Там есть вытек. Может быть, у вытека похожу. Такая жопа, блин, ребятушки. Кина-то особо и не будет. Потому что у меня время вправо, влево ходит. Странно как. Ну-ка, вытаскивай. Лещ. 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 Подсокнужен. Эй, блин. Рано. Пососет это. Нереально, то вправо, то влево, блин. Ты что делаешь-то? Ведь мне ухо оторвешь своим большим крючком. Упс. Блин. На него вся надежда. И что происходит-то вообще? Что происходит? Вообще не могу понять. У нас ничего не получается. Не знаю, с чем связано. Может быть, с подъемом воды. Может, перепад температуры. Грязная вода. Не знаю, похолодало. Вообще похолодало. То есть ночью уже около нуля. За ноль. Вот, минус. И сама вода похолодала. Мы приехали, она была 8 градусов. Нагревалась до 9 с лишним. Сейчас 7. Вот. Но говорят, вроде бы вот на джиг кто-то ловит. Но вот здесь с кем не разговаривали, ничего никто не ловится. Может быть, место надо найти. Не знаю, нам пока что-то как-то, как говорится, не везет. Не знаю, осталось еще там несколько дней. Будем пробовать, надеюсь, что-то получится. А так, конечно, вот уже, считай, 2 дня. И, по сути, ну, может быть, какая-то одна поклевка была, и все. За сегодня вообще не тычка. Вот за утро не тычка. С 5 утра на воде. По светлому выходим, потому что по темному опасно. Уже полубревны, коряги там всякие. Вот.
ничего не получается. На мелководье уже пробовали ловить. На 3 метрах, на 4 метрах, на 5 метрах. Позавчера на 5 поклевывало. Сегодня вообще просто тишина. Вот такие вот пироги. С каждым днем рыбалка становилась все сложнее и сложнее. Вода постоянно прибывала, и с ней шел мусор. За последние 3 дня мы не увидели ни одной поклевки судака. В итоге мы принимаем решение уехать домой на несколько дней раньше.